Всем привет! Сравнение смартфонов Xiaomi Redmi 5 и Xiaomi Redmi 5 Plus. По стоимости они отличаются примерно на $60. $230 мы можем купить версию Plus. И примерно за $150-$160 мы можем купить Xiaomi Redmi 5. Теперь о внешнем виде. Они отличаются только размерами, материалы корпусов у них одинаковые, основная металлическая часть и сверху и снизу пластиковые вставки. На задней части находится камера LED-вспышка, датчики отпечатка пальцев. Обращаю ваше внимание, что у Xiaomi Redmi 5 Plus вспышка двойная. На передней части 5,7 дюйма дисплей у Xiaomi Redmi 5 и 6 дюймов у Xiaomi Redmi 5 Plus. Размещение элементов управления у них одинаковое, слева находится слот для сим-карточек. Справа кнопка включения кнопки регулировки громкости, сверху джек для наушников, снизу порт microUSB, динамик, микрофон. Включим теперь устройство, включим их одновременно и посмотрим, кто быстрее загрузится. Версия Xiaomi Redmi 5 Plus — это 4 гигабайта оперативки и 64 гигабайта встроенной. А Redmi 5 — 3 гигабайта оперативки и 32 гигабайта встроенной памяти. Включаются смартфоны. Ну, Xiaomi Redmi 5 Plus больше, ровно насколько больше у него дисплей. Чуть-чуть он габаритней. Все, разблокировались. Включились устройства. Xiaomi Redmi 5 Plus включился быстрее. И видите, что вот сама загрузка системы произошла тоже быстрее. На телефоне версия Android 7.1.2, версия MIUI 9.2.9.2. И сейчас яркости добавлю. Автояркость выключим и сделаем яркость максимальной. Вот. Что касается дисплеев, у Xiaomi Redmi 5 Plus это дисплей 2160 на 1080 точек, разрешение 6 дюймов, IPS матрица и Corning Gorilla Glass закаленное стекло. У Xiaomi Redmi 5 дисплей чуть похуже, 1440 на 720 точек разрешения дисплея, также IPS 5.7 диагональ экрана и закаленное стекло Corning Gorilla Glass. Перейдем в синтетический тест Geekbench 4. Поговорим о технических характеристиках устройств, начнем мы с Xiaomi Redmi 5. Как я говорил, оперативки 3 гигабайта, встроенной памяти 32, есть microSD-карточка для расширения памяти до 128 гигабайт. Процессор Qualcomm Snapdragon 450, это 8-ядерный процессор, который работает на тактовой частоте 1,8 ГГц, 64-битный, видеоускоритель Adreno 506. У Xiaomi Redmi 5 Plus 4 ГБ оперативной памяти, больше на гигабайт, чем у Redmi 5, и 64 ГБ встроенной, но также есть версия еще на 32 ГБ встроенной. Процессор Qualcomm Snapdragon 625, Adreno 506 видеоускоритель. Этот процессор также работает на частоте 1,8 ГГц, 8-ядерный процессор. И теперь давайте сделаем тесты процессоров и увидите уже результаты. Результаты теста процессора. 742 балла набирает Redmi 5 против 876 у плюс версии. И в мультиядерном тесте тоже видите превосходство значительное, 3496 против 4249. Сделаем теперь тест видеоускорителя и также увидите уже сам результат. Результаты теста видеоускорителя почти на 400 пунктов опережает плюс версия. Закрываем. И теперь переходим в браузер и посмотрим, как устройство быстро загружает странички в браузере. Откроем сайт mi.com, сделаем это одновременно, так, тоже примерно одновременно загрузили сайт, и давайте вот на вот эту вот ссылку, тоже примерно одинаково они загрузили, возвращаем назад одновременно. Давайте на вот эту вот ссылку. Тоже примерно одинаково загрузили. В общем, видите, что по скорости работы в интернете они не отличаются по сути.
одинаково быстро загружают странички. Вот. Идентично. Разницы никакой нет. В скорости работы в интернете, в браузинге, ну, на плюс-версии за счет большего дисплея чуть-чуть все-таки удобнее работать в интернете, удобнее смотреть YouTube, какие-то фильмы, читать книги за счет большего дисплея. Ну, по скорости работы они одинаковые. Идем дальше, теперь игровой тест. Запустим для этого теста, ну, давайте GTA San Andreas. Сделаем это одновременно и посмотрим, как на максимальных настройках работает эта игра. Упс, так, наверное, лучше перезагрузить. Случайно не туда жмакнул. Стоит сразу на среднем уровне графика, делаем графику максимальной, а тут уже стоит максимальная графика, но по умолчанию она тоже идет на среднем уровне, на плюс версии. И запускаем игру. На плюс версии работает плавно, без подтормаживаний. В общем, видите, что проблем в GTA San Andreas на максималках никаких нет, и в игру можно играть. Теперь смотрим на обычной версии, как тут обстоят дела. И тут, похоже, дела обстоят не хуже или хуже. Да, игра вылетела. Такое иногда случается на некоторых устройствах, когда GTA San Andreas работает на максимальных настройках графики. Но давайте попробуем еще раз. Это иногда вылетает, иногда нет. На плюс версии игра не вылетала пока ни разу, что я тестил. В обзоре игр показывал, что на плюс версии GTA San Andreas работает нормально, тогда ничего не вылетало. Ну давайте попробуем дубль 2 сделаем. Не буду садиться на велосипед. Да, видите, к сожалению, игра вылетает на Redmi 5. Давайте еще посмотрим, как Need for Speed Most Wanted покажет себя устройством. Так, GTA San Andreas вроде плавно работал, и возможно с какого-то там 4-5 раза игра не вылетит и будет работать какое-то время, но вылетать она будет время от времени на максималках. Если поставить графику пониже, то никаких проблем не будет. Но как бы тут не вылетает GTA San Andreas, тут GTA San Andreas вылетает. Быстрее игра загрузилась. Ну, тут все работает примерно одинаково. Ну так, чуть-чуть подтормаживает моментами, скажем так, работает не так плавно, как хотелось бы, но играбельно. В общем, эти небольшие подтормаживания в целом на игровой процесс не влияют. Так как, о, закрываем. И в принципе также, да, разницы особо не вижу, работает на плюс версии. В принципе, видите, что в некоторых играх разницы вообще нет. Некоторые будут все-таки как GTA San Andreas вылетать, и возможно некоторые игры будут работать чуть лучше на плюс версии. То есть с точки зрения игр плюс версия чуть предпочтительней. Идем дальше, теперь покажу камеру. Камера у Redmi 5 Plus основная 12 мегапикселей, фронтальная камера 5 мегапикселей, а у обычной версии основная 12 мегапикселей также и фронтальная камера 5 мегапикселей, то есть по цифрам не отличаются. И теперь давайте я покажу вам примеры снимков в сравнении на эти камеры, и вы сейчас можете оценить их качество.
Что касается автономности устройств, то батарейка больше у плюс-версии 4000 против 3300, и в принципе и сказывается это на времени работы, плюс-версия работает дольше. Не намного, там на процентов 10-15, но работает дольше. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!